В московском цирке на Цветном бульваре премьера. Новое шоу «Магия цирка» предлагает зрителям погрузиться в атмосферу волшебства. Магию в цирке обычно называют иллюзионизмом, от французского «иллюзионе» – «вводить в заблуждение». Искусство иллюзии восходит к глубокой древности, а вот в цирке на Цветном к этому жанру давно не обращались. Шоу «Магия цирка» восполнит этот пробел. С подробностями Анна Щербакова. Эти трюки на грани невозможного. Человек под водой прикован цепями, а через мгновение свободно раскидывает руки под куполом цирка. Для иллюзионистов четвертом поколении Алексея Сокола такое в порядке вещей. Тем более, когда волшебство происходит под контролем знаменитого отца-мага. Мой дед и его прадед говорил так. Трюки создаются годами, а разгадываются в считанные секунды. Поэтому вы сегодня посмотрите и потом можете сами сказать про тот или иной трюк, как мы его демонстрируем. Однако, сколько бы зрители не всматривались и не пытались найти подвох, разгадать трюки не удается. Остается лишь удивляться и наблюдать за магией цирка. Один из самых захватывающих моментов шоу – девушка, левитирующая над фонтаном. Магия этого номера совершенно секретна. Иллюзионист Анатолий Сокол готовил его 2,5 года. Это время ушло не только на репетиции, но и на создание специального технического оборудования. Правда, какое оно, никто не узнает. Зритель видит только волшебство. На генеральный прогон премьерного шоу труппа цирка Никулина приехала прямо из аэропорта. Выступали в Испании на международном фестивале циркового искусства «Фигеросе». И получили золото. Вообще, в новом шоу почти каждый артист имеет престижную цирковую награду. А большинство номеров эксклюзивные. Это значит, что аналогов в мире не существует. Как это расскажешь? Это надо видеть. Это ситуация, где люди летают. Где люди исчезают и появляются. Где из ничего возникает совершенно неожиданная ситуация и предмет. Это трудно все передать. Цирк вообще такая штука, она визуальная. Не только люди, но и животные удивляют и заставляют смеяться. Медведь Ярик – артист молодой в цирке Никулина всего год. И сразу профессиональная удача. Выступает в дуэте со знаменитым клоуном Владимиром Дерябкиным. А морские львы танцуют брейк-данс. Для цирка Никулина программа во многом необычна. Столько иллюзий и волшебства этот манеж не видел давно. А вот гимнасты, акробаты, жонглеры и эквилибристы – вполне реальные люди. Правда, с нереальными возможностями. Анна Щербакова, Игорь Иванов. Новости культуры.